Всем пламенный привет! Я иду такая счастливая по сегодняшнему морозному утру. Вот городской пейзаж, тут дерево рядом со мной такое шикарное. Я решила под ним остановиться и признаться в своей радости, в своей гордости, вообще в своем крутом состоянии. И я сегодня выезжала на обследование гинекологическое, женское. И доктор мне сказал: вынужден вам сообщить, что вы совершенно здоровы. По моей части, у вас все прекрасно. И это такое невероятное чувство, это такая распирающая радость, потому что я самостоятельно шла к этому, я добилась этого всего сама. Я пила БАДы компании «Живая земля», «Черный мед». Я ставила их же свечи, я делала это регулярно, методично, рутинно, просто вот, просто делала и делала, даже не всегда ощущая сразу, что я чувствую, что получается, что не получается. Но это целый год практически. Я с мая месяца пью продукты компании «Живая земля», и все, и я здорова, у меня нет миом, у меня прекрасная эндометрия, у меня яичники и матка в прекрасной форме, и репродуктивный цикл еще прекрасный. И, в общем, это просто чудо, когда тебе говорят, что ты абсолютно здоров, ну, хотя бы в какой-то части своего организма, и этим можно отпустить свой перфекционизм, потому что иногда кажется, что для того, чтобы быть здоровым, надо, чтобы все было идеально. Но все идеально, это, конечно, тоже очень классная цель. Но это цель, и к ней надо идти. И кажется невероятным, что в какой-то сфере вдруг будет хорошо, а все остальные куда они делись, как они подтягиваются. Ну, видимо, всему свое время. И это бесконечно ценно, когда есть классные методики, классные продукты. И цель, и есть вера, и все получается, и есть поддержка. И это просто распирающее чувство, что кто молодец, я молодец, кто крутышка, я крутышка. И поэтому я посылаю вам тоже свой драйв, свое чувство радости, свое чувство веры, что у вас тоже все получится. Чудесных выходных, всем исполнения желаний и здоровья. Ура!